что эта коллекция в полном виде присутствует сейчас здесь. Потом она разойдется по любителям живописи, будет раскуплена, и никто больше не увидит вот эту всю красоту, которая сейчас присутствует перед нами. Поэтому я думаю, что для нас это очень важно, мы должны запомнить сегодняшний день, запомнить сегодняшнюю выставку, потому что то, что мы видим на сценах, это, на стенах, это великолепные работы Михаила Шапира, и с профессиональной точки зрения это просто творческий подвиг. Потому что войти в художественную систему каждого автора психологически, я не говорю о технике, психологически войти, это просто, вы знаете, это... Я даже не представляю, кому это из художников под силу. Потому что человек обычно реализует самого себя. Dans l'art, parce que ce qui arrive, c'est que les 15 tableaux représentent les plus grands peintres de l'histoire de l'humanité. Et là, afin qu'on puisse tous, c'est-à-dire maintenant, on puisse tous les voir, mais très bientôt, ils vont tous être vendus. Et maintenant, c'est le moment de profiter de tous les voir ensemble, premièrement. Et deuxièmement, c'est vraiment un grand acte d'héroïsme de la part de Mikhail de pouvoir tous ces peintres, d'entrer dans chacun des psychés de ces peintres-là, dans leur monde, et pouvoir vous le transmettre, vous le montrer, alors profitez-en, et puis voilà. Bravo. Bonne exposition. Bravo. Bravo. Я без каких-то там лишних комплиментов считаю, что вообще вся эта коллекция должна быть в музее. Да. Это мое мнение. Я думаю, что многие присоединятся к моему мнению. Ну, если она будет в частных руках, это тоже замечательно. Это тоже замечательно. Вот, но я думаю, что в первую очередь мы должны отдать должное автору, который может так почувствовать творчество других художников, так войти в него, что это не всем дано, я тут немножко повторяюсь. И еще один очень важный момент. Juste pour traduire ce qu'il dit, alors il pense que sans faire des compliments, pour faire des compliments, ces tableaux-là, selon lui, doivent se trouver dans un musée et qu'il pense que, encore une fois, c'est un effort énorme pour l'artiste de pouvoir transmettre le monde de chacun de ces génies-là. Alors, voilà. По моему мнению, сейчас я высказываю свое только личное мнение, современное искусство находится в каком-то неком тупике. И в этой сложной, очень сложной ситуации, какого всеобщего какого-то разброда интеллектуального, я считаю, что Михаил нашел самый правильный путь. Он обратился к предшественникам, он обратился к классике, он вошел в диалог с классикой. И всегда это, я считаю, это старт для каких-то новых открытий, новых достижений. Не только для Михаила, а для всех художников, для всего искусства. Я считаю, что сегодня просто знаменательный день. Мы присутствуем на неком художественном Байконуре, который даст взлет современному искусству. Là, selon lui, dans son opinion, dans son humble opinion, l'art moderne se trouve dans une certaine impasse. Alors, ce que Mikhail a fait, c'est qu'il a dialogué avec les classiques, avec les peintres anciens, et en le faisant, il commence une nouvelle, un nouvel élan. C'est une trampoline pour les nouveaux artistes de relancer le vrai art. Bien sûr, pour l'administration de la galerie et puis pour tout le monde qui sont venus, pour votre visite, pour votre temps et spécialement pour Sonia. Merci.
mélange a justement de présenter ce tableau. Lorsque M. Chapiro est venu à la galerie, qui m'a fait voir dans le catalogue les tableaux, j'ai dit il faut que les gens voient son travail, il faut qu'on puisse admirer ces tableaux, et c'est pour ça que j'ai accepté de faire cette exposition. Et c'est un grand plaisir de vous recevoir aujourd'hui. Она очень рада всех видеть сегодня, и она очень рада, что есть возможность сегодня у Миши Шапиро показать вам его картины. Она считает, что это очень важно, чтобы все видели его картины, потому что, ну, по понятным причинам. Так что большое спасибо всем. Подвижники. И мне очень приятно этот день. Это день праздник для Михаила, это праздник и для меня. Потому что то, что он хочет сказать, во многом хочу сказать и я. Поэтому я согласен и с Леонидом Ватником в том плане, что действительно, на мой взгляд, современное искусство переживает некий период стагнации, и нужно новое дыхание, новое веяние и обращение к прошлому. Поэтому для нас всех это в каком-то смысле праздник, праздник души. Поэтому спасибо хозяйке этой галереи, что она устроила для нас этот праздник. Michael, que ce qu'il fait, c'est-à-dire tout d'abord c'est son collègue et son confrère, et ce qu'il fait Michael aussi va beaucoup avec ce que Vlad fait, et ce qu'il veut aussi souligner c'est que cet art-là, ce qu'il a fait aujourd'hui, est beaucoup en dialogue avec le passé, et oui c'est vrai que l'art contemporain il trouve aussi qu'il y a une certaine stagnation, certains arrêts, et qu'aujourd'hui ces peintures-là vont reprendre le contemporain, et il est très heureux de se trouver aujourd'hui ici, et c'est une célébration, c'est une fête de l'art qu'il est content de partager avec nous. Встречи с Михаилом я отдал ему желание на название «Академик живописи». Вот сегодня мы видим, что это так, несмотря на то, что, скажем, за его плечами не стоит школа академическая какая-то там, глубокое там академическое образование. Все дело в таланте, таланту Михаила такой, что он академический. И сегодня мы полагаем, что именно Михаил Чапиро является как бы отцом, наставником многих русских художников, живущих здесь подряд. И еще один момент. Я хочу отметить особую филантропическую миссию тети Сони, владелицы нашего галереи. Потому что это впервые практически в случае на моей памяти, когда человек предоставляет галерею ради там, величия таланта бесплатно. Alors, merci Vladimir Morgan, aujourd'hui, ça fait longtemps qu'il appelle
Mikhail, l'académicien. Est-ce qu'il veut de l'académicien de l'art? Alors, ce qu'il veut dire par là, c'est pas forcément l'éducation profonde, compliquée, complexe de l'académie. Ce qui, évidemment, Mikhail a une certaine éducation assez solide, mais c'est plutôt de son talent qu'il parle. Et il parle que, il dit que Mikhail est une inspiration pour beaucoup de peintres russes qui habitent ici à Montréal. Et il remercie beaucoup Madame Sonia, la directrice, pour pouvoir exposer cet art-là aujourd'hui gratuitement à tout le monde. Merci. C'est très généreux de sa part. Moi, je suis tout taille. Я просто хочу еще привлечь ваше внимание несколькими словами. Великолепный художник. И я хочу сказать одно, что самое важное. Вы понимаете, талант всегда рождается в тишине. Господа, пожалуйста, послушайте. Мы познаем мир через посредство души. Вот здесь говорили, употребляли слово «талант», употребляли слово «душа». Вот вы понимаете, в этой выставке как раз получилось очень хорошо, потому что человек талантлив. С талантливым человеком всегда очень интересно общаться. Понимаете, потому что через талантливого человека мы открываем определенные каналы международного познания, познания самого себя, познания жизни, движения вперед. И вот эти блистательные картины, они действительно это олицетворение нашего собственного познания. Потому что, когда мы смотрим на них, мы через посредство жизни этих художников, мы тоже начинаем ощущать жизнь. Вот это самое главное.